читать новости. Сначала вопрос будем задавать. Вы не готовы к намазу. Вы к чума намазу не готовы. Идите сухо домой читайте. Вы не готовы, вы не приготовились. Я хочу сказать, вы не приготовились. Все. Брат, все, не берет вас. Мы не должны вас рубашкой встречать. Вы сюда обязаны. На джума в мечеть не пускают людей. Там стоят. На любой книга, вот мусульман, объясните людям. Ребята, иди на это, сюда идет, вот это вот это. Все. Иди читай, там все соответствует. Читать умеешь? Читать умеешь? А кто тебе так сказал? Даже в рестораны некоторые не пьют. Это же не ресторан. Тут лучше место. Лучше всякое. И пришел без почтения к мечети.